У меня вопрос к вам. Как вы думаете, что мне взять? Audi S8 плюс 600 сильную и довести ее там до 800 и наваливать на ней. Она, это спортивная тачка, это тачка, в которой мне будет мягко, комфортно, удобно. Она по трассе будет себя круто вести, она достаточно экономная. Взять Rolls, ну вот как вы себе представляете, на Rolls я поеду в пробег. Ну, как бы бред, мне кажется. Клянусь, мне кажется, бред. Хотя, ну, да видишь, насрать, он может и на Rolls поехать. Вот. Либо взять Mercedes 222-63. Вот. Ну, тоже какие-то невменяемые прайсы, но по прайсам будем договариваться. Может, не новое возьму что-то. Ну, а что я? Голубых крови. Обычный парень. На Rolls. Вот. Поэтому, вот давайте, вот как вы считаете? Rolls, я вам просто объясню. Rolls, я, конечно, новый я не возьму. 20 миллионов, это как бы жесть. А Rolls будет стоить миллионов, наверное, там 7, я думаю. Ну, миллионов за 5 я его заберу на фоне кризиса. Все. Ну, буду кататься. Что думаете? Как насчет Grand Cherokee SRT? А ты мне это вживую скажи, пацанчик. Ты это когда вот меня увидишь на какой-нибудь встрече, ты подойди меня, спроси про Grand Cherokee, я тебе отвечу все.